открытием! Поздравляем! Давно я не ела шаурму. Тихо, Вера. За шаурму отсюда могут выгнать. Это шаверма. Я пыталась придумать бизнес-план по кондитерской, но это утопия. Саша. Вы отец, где вы ходите? Как же долго я тебя ждал, мужик. А то одни бабы да бабы. Я хочу сделать тест на отцовство. Свали семья и решили не делать никаких тестов. Но меня это не устраивает. Привет. Здравствуй. Что, Саша, тебе ничего не сказала? Я продаю помещение.